не пройдешь дальше этой веревки. Пусти меня, я рейнджер. Да мне насрать. Сюда входят только богатые и знаменитые. А ты никто. Привет, братишка, привет, сестричка, и добро пожаловать на очередную серию по прохождению Rage 2. Если ты не забыл, это игра в постапокалистическом мире, где мы будем отстаивать свободу нашей общины, которую, к сожалению, разбомбили. И, в принципе, нам нужно будет убить генерала, который, в свою очередь, представляет некое правительство в этой игре. В общем, я тут подзахватил несколько ковчегов, заправочек, побегал, поделал разное-разное задание. И знаешь что? Сегодня мы с тобой отправляемся на следующее задание. Что здесь? Найти Лузам Хагар в источнике. Знаменитость пустоши. И здесь что там? Центр управления. Найти доктора Квасира в топях. Секретно. Вот я не знаю, вот кого нам... Так, этого мы дядьку... Кстати, у нас почему-то уровень у Лазар уже второй, а у этого вообще третий, а у этого нулевой. Странно. А, здесь же отмечены. Красная, это, точнее, вот эта шляпа. Желто-оранжевая, да? Ну, желто-оранжевая. Ну, как-то так. А в общем, это у нас Лузар, да, вроде как ее зовут-то, где она здесь? Лузам. Лузам Хагар. Здесь у нас. Так, здесь вот кто у нас здесь? Здесь непонятно, кто был. Он вообще здесь, да, по-моему, был? Ствол. Да, мы здесь видели. В общем, вот этот дядька и это доктор Квасира. Квасира. Квасит, наверное. Квасочек любит делать. Ладно, бог с ним. А, ковчеги вообще типа 12 всего ковчегов. А это 3. Блин, я почему думал, что ковчегов будет много. Так, это что? А это Винланд. Это вообще наш город. В принципе, ничего такого сложного нету. Но мне почему-то кажется, что нужно... поехать сюда. Странно, что я вот с этим заданием, с этим чувачком вообще еще ни одного задания не находил, хотя вот неизвестная локация имеется у нас. Но я их, наверное, без тебя пройду, пошарю, посмотрю, что к чему. И поэтому давай, наверное, мы все-таки сначала Лузам Хагар откроем, да, найдем ее, поможем ей и, в общем, узнаем, что она хочет от нас, что мы должны, точнее, что мы хочем от нее, да, и что она хочет от нас. А доктора мы оставим на потом. Хотя, может быть, сегодня... Так, Enter. Вот, все. Отметили ее, теперь мы отправляемся с тобой к ней, да? Так, в нашу тачку. Опа, нам нужно назад отъехать. Хорошо. Кстати, я здесь уже одну тачку доставил. Такой, типа броневик какой-то, не знаю. Даже как вот здесь она не стоит, окей. Ну, это у нас восход или заход, интересно? Ну ладно, не суть важно. Давайте вот так форсаж, да? Здесь у нас форсаж, естественно, не в курсе. Посмотри, как летит-то. Вообще, крышесносная. Крышесносная машина. Вот так надо сказать. Чуть я тут заблутался в словечках. А, ладно, может это вырежем, а может и нет. Ну, погнали, погнали. Сколько там? Опа. Это что? Ого. Это что? Ух ты, ля-ля-ля-ля-ля, что делать-то, ля, что делать? Я, кстати, первый раз здесь файтился. Давай, наверное, мы с тобой сейчас пробежимся, посмотрим, что здесь есть у них интересного. Лезвие ветра. А это байк, но мы его развалили. Окей, расхерачили байк с тобой, лезвие ветра. Еще здесь спора мутанты. Это вообще какие-то мутанты были. Не шутя себе. Ничего интересного. В общем, можно было не останавливаться. Ну, пустошь, да, пустошь. Вообще ничего нет. А что это у нас дробовик? Дай-ка мы с тобой вот эту пушку возьмем. Все, погнали дальше. Давай, не будем задерживаться. Здесь ничего интересного для нас нету. Мы желаем проходить сюжет, правильно, с тобой? Нас интересует сюжет. Мы хотим его пройти. Максимально быстро, качественно и интересно. Поэтому отправляемся за Лазар. Или Лузар. В общем, не важно. Ладно, это не суть. Не суть важно. Главное, что мы куда-то едем. Едем на задание, которое мы будем с тобой что делать? Правильно, выполнять. И выполним его достаточно очень хорошо.
И быстро. 500 метров. Мы, кстати, уже практически приехали. Оказалось, что я уже здесь... Нифига себе. Найти Лузар Хагар в источнике. А, Лузам. Лузам Хагар. Все. Я надеюсь, что я запомнил ее название. Имя, точнее. И мы сейчас ее будем искать с тобой. Давай-то форсаж здесь побыстрее поедем. Так, опа, ручничок. Видишь, как? Тачка вообще огонь. А, огонь, тачка. Так, интересно, а здесь вообще как? Это тоже город, да, я так полагаю? То есть это дружелюбный город, все нормально, заезжаем, и потом, конечно же, будем выполнять какое-то... Ну, приехали. Наконец-то я в источнике. Так. И теперь попробуем отыскать мэра Лузам Хагар. Мэра. Давай попробуем. Рейнджер Уокер, для вас новое сообщение. Вот ваше сообщение. О вторжении песчаного червя... Основа. Стэнли Экспресс, мне пора. Это я задания какие-то взял, получается. Фига себе. Так, вы мне интересны, ребятушки, давайте. Так, торговец дан. Торговцы информации продают важные сведения об интересных местах пустоши, в том числе о местах расположения сундуков, ковчегов, в которых хранятся редкие предметы для улучшения. Окей, ладно. Я запомню, я надеюсь. Отлично, отлично, дела, все нормально. Ну-ка. Я ищу мэра источника. Место правильное, время нет. Мэр Хагар и ее помощники никого не принимают. Твое дело может подождать. Приходи в другой день. Или вообще не приходи. Почему? Что-нибудь случилось? Нет, и нас это устраивает. Никто не входит. Что-то нас не пускают, не хотят. У мэра дела поважнее. А какие? Чё? Как я уже сказал. А это что за звук? Ух ты ж, блядь, это что это? Бля, давай, файтинг, у нас файтинг, дружище, у нас файтинг, да ты чё? Так, а чё это? А вот, вот, да. Давай, вот так. А, блядь, это свой, подожди, это свой. Я забыл, как ногой-то бить. Ладно, окей. Надо наверх. Давай, супер форсаж. Ладно, мы еще врубим с тобой супер форсаж, я надеюсь. Так, наверх. Ну, прям такой сразу экшен. Типа, вот, типа, вот, ну, здрасте. Все, экшен есть, все нормально. А что, я приехал? Ё-моё, ничего себе. Опа. Это она расхреначила всех. А пули ты ловить умеешь? Лузам Хагар. Так, мэр источника. 47 лет. Мастерски владела крылопалкой. Сейчас больше надеется на пистолет. Она жизненно необходима проекту кинжал. Окей. Тихо, спокойно. Я только поговорить насчет проекта кинжал. Поговори. Да, мы с тобой пришли поговорить, давай. Ха. Об этом проекте знают лишь немногие избранные. И тебя нет. А чуть меня нет. Я от Проули. От Проули? Проули мертва. Винланд стерли с лица земли. Ее голограф... Все сложно. Короче, я Уокер, последний рейнджер Винланда. Да что? Ну да, конечно, так легко мы не сдадимся. Давай. Давай, братишка. Сейчас мы их всех перестреляем. В общем, все это интересное. Рейнджер, сперва заваним этих, потом поговорим. Ну давай, окей. Еще. Перестреляли ваших, я перестрелял их. Может, от тебя будет польза? А ты умеешь стрелять. Ты точно изменишь? Я пока только разминаюсь, мэр. Он просто улетает. Это другие дела, они просто улетают. Слышишь, они поднимаются на лифте. Готовься. Так, внимание, дверь открывается, и они попадают в мясорубку. Я... Блять, нихуя себе мясорубка, а чё это я их не пробил-то? Алло, тихо, братан. Не, давай, ладно, я вот так, все нормально, собираем батареечки. Ну что, боец, конечно. Хмыри обработаны хмыри. В лучшем виде. Не ожидал от кого-то из ваших. Вы же там у себя копались, варитесь. А, хмыри. Естественно. Только ко мне не подкатывайте, я 47 лет. Не надо подкатывать ко мне. Хотя какая-то она молодая, да, для 47 лет? Ни хрена себе. А, говорить. Объясни, давай поговорим. Происходит.
Кинжал должен был стереть правительство с лица земли. Но ничего не вышло, поскольку Винланд разорвал с нами связи. Я бы и рада перезапустить проект, но у меня, как видишь, забот полон. Забот полон урод. Ладно, я продолжать не буду. Наемники из отряда хмырей. И еще вчера простые бандиты. Кто их послал? Ну, дерзости на это хватило бы только одному. Клегу Клейтону, самому богатому ублюдку в городе. Он давно метит в мэры и в последнее время повышает ставки. Подкупать чиновников. Хорошо, военная техника. И в том числе ту, которая нужна для проекта Кинжал. Ну, давай я убью его и заберу технику. Нет уж. Аккуратно действовать. Действовать нужно. Я хочу знать, кто за ним стоит. Во-вторых, надо узнать, где он прячет свою добычу. И какие мысли? Клейтон – самовлюбленный болван. Эго у него больше экосферы. И это нам на руку. Тебе надо польстить его самолюбию, втереться в доверие. Ну все отлично, все нормально. Я надеюсь, что нам это не сейчас надо сделать, а то я чувствую, то, что он нам рассказал, нам это придется очень много всего делать. И где хранится награбленное? Клэк Клейтон любит общество богатых и знаменитых. А у него пушка, он, да, револьвер какой-то. У нас пистолет, револьвер бы тоже было интересно. Придумай, как туда попробовать. Попасть. Погоняй с ним. И мы наверняка сможем установить. Установим. Ясно, приступаю. Отлично. Проберись в кабинет Клейтона и поставь этот жучок на компьютер. Так, а подтвердить, окей. Что здесь нам еще можно сделать? Максимальный. Читать, подтвердить. Взято. Еще тут. О! Еще есть, окей. Бери жучок. Задачу я. А, жучок взять. Все, окей. А жучок взяли. Теперь что? А, спускаемся. Поговорить с вышибалой возле ложи победителей. Так, получается, втереться в доверие. Вышибала, это значит что? Значит, нам нужно что-то делать, да? Вышибального. Ой, а чё это? А чё это? Он типа на трупике прыгает? Ё-моё. А чё, баба, что ли? Есть. Странно. Ну ладно. Чё, всё никак? Не, всё. Братан, он умер. Всё. Перестань этим заниматься. Этим заниматься не нужно. Ничего себе шляпки. А чё мне такую шляпку? Шляпку мне такую можно? Нет, мистер? Да ладно. О, ещё. О, это уже девочка какая-то. Ни хрена себе. В масках, ах, прямо на сборе ходят. А паршивым игрокам тут... Это Клейтоновская ложа победитель. Если Давай. Ты не... Забудь, ты не пройдешь дальше этой веревки. Пусти меня, я рейнджер. Так, я ему насрать. Сюда входят только богатые и знаменитые. А ты никто. Ну как-то ведь к вам попадают. Конечно, стань победителем. Как? Выиграв телешоу «Убей мутанта» и в гонках ралли... Хорошо. Стань чемпионом. Ты же круче всех, да? Конечно, справлюсь. Справишься. И все? Ага. Стань чемпионом, с блеском войдешь в ложу, и будет тебе. Ну круто. Круто. Нет другого способа. Для меня нет. Нет. Хреново. А может и наоборот круто. Прославиться в шоу «Убей мутанта». Так, а где шоу-то? Шоу-то где? Так. 5. Я что-то не понял, а где шоу-то, ё-моё? Знаменитость пустоши. Это прославится в дерби и прославится в шоу «Биомутант». А, вот и задания у нас появились. У нас задания появились. Дружище. У нас задание. А это что? Центр найти доктора. Так, это понятно. Найдите 3 запчасти от двигателя. Искусство хода за роботом. А, это то, что я дополнительное задание взял. Все, я понял. Я вас понял. Давайте. Давай мы с тобой. Знаешь, куда пройдем? А мы будем убивать мутантов с тобой. Как успехи? Вышибала тебя пропустил? Кибердоктор, который находится в источнике, может улучшить вас с помощью приращений. Приращений? Их можно получить в обмен на железо жизни, нейронный интерфейс и ядро ковчега. Знаю, как туда попасть. Потолкаться бортами по трассе и порвать мутантов перед телекамерой. Стать чемпионом. Вроде не сложно. Так, просто смотри, понятно. Ну, надеюсь, конечно, справишься. Эти телешоу пожирают людей вместо попкорна. Вместо попкорна. Ладно, я думаю, что я не буду попкорна. А мы знаешь, кем с тобой будем? Мы с тобой станем победителями. Вроде сюда, да, выходить надо? Ага, все правильно, мы все правильно вышли. Все правильно делаем.
Феникс, садимся в наш Феникс. И едем с тобой прославляться в шоу, что там, Побей мутантов, что ли? По-моему, я это шоу выбрал, сейчас мы с тобой увидимся. Недолго нам ехать, сколько там? Давай, две, нифига себе. Бандитский перевалочный пункт. Давай, бандитский перевалочный пункт. Ух, блядь, нихера себе. Обалдеть. Можно просто взрывать и все. Можно просто взрывать. Это все, все вот эти дела выполнять. Тачка это интересная. Или нет? Не знаю. Может быть интересная, может быть нет. Мы сейчас с тобой все это узнаем, обследуем. Опа! Вот они. Вот они. Я нашел их. Я вас нашел. Ребятушки, я вас убил. Все нормально. Я не переживаю. А это кто? Парнишечка. Глянь, он просто сидел и все и убивал меня. Он пытался, по крайней мере. У нее это, конечно же, не получилось. И навряд ли получится. Так, что здесь еще есть у нас? А у нас же где-то почки, да, должны быть? Или подожди-ка. А это может быть мы, который уже захватывали, нет? Или это другое? Я просто не помню. Я подумал, ой, тихо-тихо-тихо, гранат-то, ё-моё, да зачем? Нифига себе. Зачем там матом ругаться? Или не матом? Хотя нет, это же литературное слово, боксинг. А, пускай, что хочешь, то и делает. А что здесь? Что здесь еще можно сделать-то? Кто там? Кого он там рвать-то собрался? Где этот паренечек, который собрался кого-то там рвать? Непонятно где. А мы вот так вот, чтобы откроем контейнер, возьмем деньги. Детали какие-то еще взяли. Вот, сейчас мы и этого с тобой убьем. Так, ну что? Где? Никого нету, да? И до лестницы. Хотя тут странно, могли по лестнице сделать, чтобы можно было просто так сбираться, и, в принципе, этого было бы достаточно. Но нет же, они что-то там перемудрили, что-то добавили. Приходится и так. По-разному, в общем, приходится сбираться. Я вообще не могу понять, а где у нас? Где у нас здесь место, чтобы выбраться? Точнее, забраться наверх. Вот здесь у нас место, чтобы забраться наверх. С тобой нормалечек, забираемся наверх. И здесь, наверное, мы так с тобой заберемся, да? Так, все, вроде бы тут ничего такого нет. Или есть что? Ух ты, ё-моё, ё... Обалдеть, это чё, мне так плохо стало, что ли? Нифига себе. Ну, вроде никого нету больше. Я точно не знаю. Да, ладно, давай сюда вот внутрь зайдем, посмотрим, что здесь. Вот, тачпад какой-то. Опа, собранное сведение. Окей, мы собрали какие-то сведения, что-то получили. Получили эти кристаллики. Мы, конечно же, здесь не выйдем, здесь не зайдем. Кстати, странно, вот получается, можно зайти только туда, где открыта дверь. Ну, или вообще двери нету, по факту. То есть, если двери есть, то мы уже, получается, никуда не зайдем. Странно. Так, мы оставляем форсаж для битвы с мутантами. Я так полагаю, лучше оставить именно для этой битвы, иначе по-другому никак не получится. Вот. Так, этих трогать мы с тобой не будем, естественно. Мы лучше поедем с тобой вперед. Вперед к нашей славе. Потому что нам с тобой нужно прославиться, ты же понимаешь, да? Слава это круто, слава это нормально. Так, тихо-тихо, опа, тихо-тихо, форсаж, аккуратнее, форсаж должен быть хорошим. Сколько? Тут еще какая-то... Ладно, это я потом захвачу, боксим. Не будем это трогать. Что-то сверкает. Видишь, что-то сверкает. Это не прицел и не колпак, а плесе. Что-то побольше. Это солнечные батареи. Они снабжают энергией оружие саванов. Если уничтожить их, саваны будут режут... Ничего себе. Нифига, это что такое?
Обалдеть. Я вообще что-то сейчас не понял, что это за прикол был. Так, главное не свалиться. Главное не свалиться и сделать все по красоте. Так, у нас получается, получилось, что мы еще можем уничтожать какие-то... Что мы с тобой можем еще уничтожать? Какие-то солнечные панели, да? Чтобы не совершались какие-то набеги. В общем, уничтожать... О, нифига, растительность. Блин, я думал, я в этой игре не вижу растительность. Посмотри. В принципе, неплохо, да, сделано? А, это типа болото. Музам, выхожу на арену шоу «Убей мутанта». Включай телек. Сейчас я буду ломать черепа. Ага. Я в тебя верю, но... А, ладно. Будь там поосторожнее. Угу. Мутанты... Хорошо. А, ну что, сейчас мы с тобой пойдем бить мутантов. Поэтому погнали. Погнали с тобой это делать. Так, заходим с тобой. Оп, не шутя себе. Заставочка какая пошла интересная. Ого. Ё-моё. Какие страсти. О, Назани, смотрите. Какую горячую штучку прислали нам из города этим вечером. Конечно, да. Ага, я здесь. Горячая штучка. Ну скажи да. Да ты ж старая, ё-моё. Что давно мечтаешь шагнуть сюда с темных улиц и присоединиться. А кого-нибудь посимпатичнее не было, нет? Господи. О, ё-моё, чё-то, чё происходит? Чё происходит? Ты это видишь, нет? Что происходит-то, ё-моё, блин. Не знаю. Ой, господи, уже захотелось пропустить. По-честному, ты же здесь в надежде на... Славу. Обещание плотских наслаждений. Я здесь в надежде на славу. Мне нужно прославиться, чтобы выполнить задание. О самом сладком и красном из всех вин. Чего? Быть может, тебя снедает жажда настоящего гурмана. Обалдеть просто. Жажда убивать. Давай еще выпей. Нет? Не выпила. Я-то думал, сейчас будет пить. Не захотела. Позволь нам утолить твою жажду крови, давай. Золотко. Давай, как? Тогда поставь здесь свою подпись. Да без проблем. Так, ой, он левша, как и я. Господи, главный герой левша. Нифига себе. Обалдеть. Твой путь к славе готов начаться. Убивай. Убивай для Дездемонии. Дездемонь? Это ты что ли? Дездемони, блин. А чё, пареньку там плохо стало, походу? Нет? А куда они исчезли? А, вот они стоят. А, так, дальше куда мне? Туда нужно пройти, да? Давай, пойдем. Пушки есть, это уже хорошо, то есть с пушками будет, конечно же, попроще. Плюс у нас форсаж есть. Интересно, а как... Блять, что здесь происходит? Ё-моё. Так, шоу. Выходите на арену шоу и отбивайте атаки врагов. Если будете убивать мутантов быстро и эффектно, то заработаете много очков. Чем больше очков, тем больше жетонов. Шоу «Убей мутантов» вы сможете потратить в магазине шоу, если интересуетесь задачками. Посложнее выберите испытание доски, испытание телешоу. Так. Красно, шоу начинаем отсюда. Никакого специального оружия, сражайтесь только тем, что есть. Не ищите, тогда попробуйте обойтись одним пистолетом и крыло под любить на сахар. Могу выйти на арену с одним лишь. Давайте, по умолчанию, все, хватит. А теперь, мезами, наш следующий кандидат. Полюбуйтесь, какой стиль, какой норов. Итак, приветствуйте перед вами истинный вирдос, это Уокер. Из-за кулис идут новые штурмовики. Новая волна ужаса, на этот раз с особыми взрывными фокусами. Осторожней, нам заплатили за три акта. Ух, блядь,
Блядь, ты ж ё-моё, а? Чё происходит-то? Да перезаряжайся ты. Вау! О, обалденно, обалденно, обалденно. Жетончики, жетончики пособираем, побегаем. Тут еще какие-то жетончики. Вау! Ух ты, блин, ё-моё, это же незаметен. Ё-моё. Так, мне надо убить, знаете, кого убить? Вот этого. Да, не-не-не, подождите. Так, как раз монетки, 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 монетки. Монетки, монетки. Воу! Нормально. А, резня на красной дорожке. Так, давай все сейчас монеты пособираем с тобой, потому что, ну, мало ли, нам же эти монеты пригодятся-то потом. А, тут еще ящики какие-то есть. Я вообще даже не видел эти ящики. Так, вроде бы все. А пополнить можно? Нет. Все пополнили. Все пополнили, посмотри. Мы с тобой все пополнили, все нормально. Здоровье тоже пополнили. Арена 2. Безумие в бальном зале. Безумие. И, ну, я, наверное, все-таки подожду. Куда он улетел, обалдеть, ты видел это? Роза вообще... Куда-то. Да прикричись ты, а, ё-моё. Да ёб... Ещё и промазал-то, а? Ух ты, ё-моё. Как они прыгают, как они прыгают? Блять, ё-моё, а? Ну что ж ты будешь делать, а? Ну что ж ты будешь делать-то? Ой, блять, чуть не убило меня. Сейчас мы все соберем с тобой. Сейчас вот эти вот монеточки соберем, побегаем здесь. Ух ты ж, блин. Ух ты ж, блин. А током-то бьют. Сильно бьют током. Кто же знал об этом? Ладно. А главное, что мы с тобой собрали. А, так. Че куда? Че кого? Куда? Где? Это максимум. Это максимум. Все по максимуму, ничего не дают. И открыть даже нельзя, замки какие-то висят и все. Патронов, в общем, не жалуют нас патронами. Окей. А, какая-то арена получается третья, да? Да, у нас третья с тобой арена. Арена третья из четырех. Ну, мы, наверное, знаешь, как с тобой сделаем? Мы с тобой сделаем... О-ля-ля, к тебе идут штурмовики! Пырнуть тебя! Пырнуть насмерть! Нормально, там чувака какого-то раскромсала вот эта игрушка. Ой-ой-ой! Я забыл, патрончиков нету. Патрончика-то нету на дробовичок. Нам на дробовичок нет. Видимо... Дубиноглушитель? Кого?
Так, все собрали, все собрали. Мы молодцы, мы с тобой молодцы. Ты посмотри, как мы их кромсаем. Убить. Конечно, убить. Давай. Где-то? Я думал, блин, где там? Нифига себе, вы прыгаете, ребятушки, вы что? Давайте по очереди. Не так быстро-то. Как-нибудь по очереди, что ли? А убивать? Он его, походу... Убивать. Самое интересное, что они же и выполняют, да, это, то есть, или... Хотя, может, они просто хотят убить. Все, сгорел. Ух ты ж, блин, опять здесь, братишки, ну, братишки! Ну, знаете, тяжело уже пошло, давайте, наверное, вот так вот сделаем сейчас, опа. Их нету просто. Да ты что, прикалываешься, блядь? Их нету просто. Давай, ну вот так, просто от бедра. Оп, и все. Мы же с тобой просто нормальные пацаны. Все, так, ну что так медленно, а? Ну можно чутка пошустрее их кидать-то нам. Все, это последний. Это был последний. Еще очень быстро, да, по-быстрому тут прошмыгнем, чтобы нас не закосила эта игрушка интересная. А что нам дают вообще? Это что за патрон? Это что? Крылопатка? Граната? Я, кстати, если честно, я забыл, как здесь пользоваться гранатой. Ты не поверишь. Просто забыл, как пользоваться гранатой. Это, конечно, интересно. Ой, блядь, это что такое? Блин, вот и сразу из-под тишка, а? Да ё-моё! Ой, подожди-ка, братан! Ё-моё, а? Ну че ты, промазывался? Давай, да? Врезался. Кстати, он когда под вот этим экстази находится, он вообще так, ну, очень быстро стреляет с дробовика. Очень быстро. Просто, я не знаю, моментом выстреливает. Реально. Ой-ой-ой! Это что за прикол? Ощущение, что у меня сейчас просто, блять, FPS дропнулся в этом дыму. А чё я не стреляю, не понимаю? Это гранаты. Нихера себе! Да ты чё? Убил. Вообще отлично. Просто отлично. Голову разбил. Награда 1547. 7 минут, убийство 97, выстрел гол 10, агрессия 15, ком убийство, меткость нормально. Нормально пойдет. И что? Погоди, сейчас я открою шампанское. Монетки. Это же победа! Иди сюда и получи. Приз, какой приз? Я надеюсь, не твои там резные трусишки. Не хотелось бы это такой приз получать на самом-то деле. Ладно, а что нам делать? Идем. Так. Что здесь? Ничего здесь нету. Здесь тоже ничего нету. Все, окей. Возвращаемся. Все. Мы сделали хорошее дело, возвращаемся. Потому что, на самом деле, я решил пройти вот это мясо, потому что... Чтобы оставить гонки на следующий выпуск. Я думаю, что на следующем выпуске мы с тобой... Погоняем. Реально погоняем. А мы едем, нет? Или что, или я приехал?
А, я при... Ой, тихо. Я приехал. Диалог-то, да? О, да! Ю-ху! И что это? Что это? Все, круто, круто, да. Я чемпион. Да, 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 врожденный талант, окей. Ого. Все. Все, это я все, типа, где следующий придурок, работаем, все, засняли, можно. Можно теперь уходить, все? Че сидишь-то? Уходи давай. Ну, похоже, это все. Да, это все. А ты не шутишь. Так расправиться с мутантами, это надо уметь. Ай. Скоро и правда так, звездой. Это выход. Я еще должен выиграть дерби. Ага. Али Крэш. Ты уж извини, что приходится этим заниматься, но источник будет тебе благодарен. Мне это не сложно. Лишь бы ты выполнила свою часть сделки. Лишь бы она выполнила часть своих дел. Ну что ж, братишка или сестричка, мы с тобой поиграли, повеселились, побивали монстров, да, мутантов, так их называют здесь, в этой замечательной игре. И что же, пора нам с тобой прощаться, но ненадолго. Очередная серия скоро выйдет. Оставляй обязательно свои комментарии, как тебе эта серия, как тебе мутанты, как тебе вообще вот это событие, да, вот стоит ли еще там побегать. И вообще пиши в комментариях, ждешь ли ты гоночки по пустоши. Так, а что это? Вода? Ну, здесь мы хотя бы ходим, да? Не то, что как Call of Duty, что там воды нету. А если вода есть, то мы как... Мы просто по воде ходим, как будто она замерзшая. В общем, мне все нравится. Прикольная игра, интересный сюжет. Да, такой... интересно, в общем. Убей мутанта, мясорубка. Нет, мы уже здесь поиграли, хватит нас. В целом прикольно. Играть можно, что-то новое. Отличается от всех других игр. Сюжет легкий на понимание, ничего сложного, замысловатого нету. Поэтому мы с тобой обязательно пройдем эту игру. Оставляй комментарии, ставь лукасики. Обязательно поддерживай меня лукасиками, потому что твои лукасики очень важны для меня. Очень важны. Ты не думаешь, что вот, ладно, кто-нибудь другой поставит. Нет, ты поставь. Поставь обязательно ты, не забудь. И обязательно подпишись, если ты еще не подписан. И поставь, конечно же, колокольчик, потому что у нас будет выходить много интересного. Мы будем проходить различные игры и плюс еще ко всему прочему. А что, концентрация, это что, типа... А, вот как обслуживать. Нифига себе, я, кстати, не знал, что... Я не знал, что здесь еще можно так обслуживать. Феникс наш, окей, я буду теперь знать. А, в общем, обязательно пиши в комментариях, какую следующую игру ты хочешь видеть на канале по прохождению. Потому что я с удовольствием пройду твою любимую игру. Для тебя, специально для тебя. Поэтому не стесняйся, пиши в комментарии. Я за любой кипиш, за любые игры. Обязательно об этом пиши. Мы с тобой пройдем. Я думаю, что у тебя вкус хороший, игры ты любишь хорошие. Поэтому обязательно пиши об этом в комментарии. Спасибо тебе, что досмотрел этот ролик до конца. Спасибо тебе, что смотришь, поддерживаешь меня. И, в общем, всего тебе хорошего. Не прощаюсь. Обязательно... Обязательно заглядывай на стримчики. Если, в принципе, ты смотришь эту серию, значит, знай, что в следующий вторник, да, который будет вторник, будет у нас большой стрим. Поэтому жду тебя на стриме. Не забудь об этом. Всего тебе хорошего.